Танцоров хип-хопа, любителей паркура, воркаута, скейтбординга, граффити объединила 5-я международная премия «Карда». Это единственный форум уличной культуры и спорта в мире. Начиналась маленькая идея 5 лет назад. Сегодня это такой международный формат, в котором в онлайн-этапе принимают участие 40 стран мира, а здесь на финалах у нас соберутся 20 стран мира. И мне кажется, это уникальная возможность, кроме того, что популяризировать уличную культуру и спорт, но еще и показать иностранцам современную Россию, которая, мне кажется, вот Белгород идеально подходит как площадка. Премии 15 номинаций, которые разделены на 3 блока – уличные проекты, уличное искусство и уличный спорт. Судить ребят будут команды из 3 экспертов. 1 – представители Азии, Латинской Америки или Европы, 2 – СНГ и 3 – России. Чемпион по паркуру в Таиланде Монтри Боудок приехал, чтобы оценить мастерство российской молодежи. Я очень рад быть здесь, в России, на таких соревнованиях. Я думаю, что Россия очень большая страна, и здесь очень много талантливых спортсменов и спортсменов высокого уровня, которые могут показать свои навыки. Я буду очень счастлив познакомиться и узнать каждого из них. Первый день премии прошел по-настоящему молодежно и громко. Пока одни ребята наслаждались диджей-сетами, другие знакомились друг с другом с помощью танца. Сергей Арбузов приехал из Екатеринбурга. Несколько лет занимается баскетбольным фристайлом. Говорит, что на форум в первую очередь приехал за эмоциями. Многие не ради соревнований сюда приезжают, а просто ради того, чтобы потанцевать в кругах, показать себя, послушать других. Этот форум дает толчок к развитию локальных каких-то событий, появляются новые связи, новые знакомства. И каждое вот то направление, которое здесь на Кардо представлено, потом в своем городе, оно громче звучит. Поприветствовать всех участников на церемонию открытия приехал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Я очень благодарен всем нашим гостям, потому что белгородская молодежь вас ждала. Я надеюсь, что вы получите незабываемое удовольствие от гостеприимства, от красот нашего города. Город небольшой, но очень яркий, душевный. Я еще очень хочу, чтобы эти впечатления остались у вас на всю жизнь. Впереди у участников 4 дня образовательной и развлекательной программы. Напоминаем, регистрация все еще открыта и доступна всем желающим от 16 лет. Так что если вы хотите послушать спикеров, посмотреть на танцоров и хедлайнеров и просто классно отдохнуть, вы знаете, что делать. Светлана Гмыря, Виталий Петренко. Такой день на Мире Белогорья.